Сразу на 3 депутата меньше стало сегодня в областной думе. Досрочно сложили полномочия Валерий Сергачев, Ольга Павлова и Елена Бондаренко. С руководящих постов регионального парламента они ушли еще в 2022 году, но сохраняли депутатские мандаты. Этому предшествовало исключение их из «Единой России» за дискредитацию партии. Отставку связывают с выходом скандальной книги «Евангелие от Елизаветы». Суд посчитал произведение экстремистским, а депутатов причастными к ее созданию. Павлова и Сергачев, у которых изъяли книгу, признаны последователями новой элитарной эзотерической секты.